Удивительный талант и общий стиль картин Федора Яковлевича Алексеева является собой один из лучших в мировой живописи. Доказав свою способность рисовать самостоятельно, Академия дает художнику возможность самостоятельного написания своих картин. И, естественно, ими стали пейзажи. Художник пишет ряд известных картин с видами Санкт-Петербурга. Одна из них – вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. Панорама Дворцовой набережной Санкт-Петербурга величественна и монументальна. Перед нами разворачивается широкая и захватывающая дух панорама набережной, которая находится рядом со дворцом. Над закованной в гранит Невой возвышаются здания, отражаясь в зеркальной глади воды. Так мы видим чистую голубую гладь реки. Она подобна зеркалу, настолько чисты ее воды. Ощущение только усиливается за счет того, что действие происходит не, к примеру, хмурым утром или пасмурным вечером, а именно солнечным днем. В зеркальных водах реки отражается синее небо с белоснежными воздушными облаками на нем. Над скользящей по реке лодкой высокое небо. Что касается переднего плана, то ближе всего к зрителю находится, конечно же, Петропавловская крепость. Нам видна ее только стена, но очертания и местоположение здания точно говорят о ее значении. На дальнем плане, справа, на берегу Невы, мраморный дворец со служебным корпусом. Левее от него дом князей Борятинских и дворец контр-адмирала Дерибаса. Затем летний сад, узнаваемый своей кованой оградой. Действительно, рассматривая картину «Вид Дворцовой набережной» от Петропавловской крепости, хочется в первую очередь отметить ее живость и динамику. Часто работы Алексеева, в том числе и эту, сравнивали с полотнами итальянского художника Каналетто, который также работал в жанре урбанистического пейзажа. Вот только происходило это на одно столетие раньше. Эту работу не зря называют одной из самых известных картин Алексеева. В ней он смог отобразить свою манеру писания в полной мере. Работу Алексеева искусствоведы часто называют монументальной и шедевральной. Он воспользовался достаточно хитрым приемом, соединил в одной картине то, что так захватывает дух при грамотном, правильном изображении. Когда Алексеев закончил работу, все были просто потрясены столь подробной визуализацией местности. Изображение не только выглядит довольно реалистично, но и в точности передает то, что размещено на этой территории в жизни. За эту картину художник получил звание академика и всенародное признание.